отель Меркюр, Нижний Новгород. Выходишь из холла, попадаешь на ресепшн, а дальше идешь в ресторанчик. Вот так вот, вот так. Вот такой вот холл. Доброе утро. 211. Ну вот сразу горка с фруктами. Без средств. Кофейный автомат. Кстати говоря, если вы захотите выпить капучино, горячий не получится. Этот автомат так настроен, что он прохладный, поэтому для того, чтобы получить горячий кофе, нужно американо смешать с молоком. Вот так. А хлеб, кстати говоря, такой вот порционный в пакетиках. Соки, мюсли, каша овсяная, манная на выбор, пожалуйста, сосиски, беконы, творожная запеканочка, блины, колбасы, сыр, глазунья и скрэмбл, то, что называется, такая взлохмаченная яичница, омлетики, картошечка, рыбные котлетки, овощи. Ну и вот здесь всякие разносолы, сладости, специи, творожок, салаты, овощи, ну и приправы. Вот так. И такой вот зал.